13 минут. Знаете, можно и записать. Поехали. Мы еще и тут посмотрим. Тут ульт от главы. 7-3 ведут Эмпайр. 8-3 ведут Эмпайр. Ишака очень неприятно забрали. 8-4. Ну, очень расфармленная нага. Очень реально расфармленная нага. Просто нереально расфармленная нага. 3-1 Лишрак. Интересно, как по линиям стояли и кто на ком играет. Давайте посмотрим. Габлак на инче. Глава. Скандал на морфе. Сайлент. Фаник. Еще и Энигма есть. Отлично. И вышку забрали. А Блэк-то и не играет. Понятно. Ну, здесь вообще шансов нет. Еще и Блэк не играет. Не знаю, пошел домой куда-то. Так, один момент. Мне кое-что нужно успеть поправить. И я ворвусь. Быстренько почитаю, что вы там в чатике понаписали. У Тайда и Дисраптора постоянно прожимают около наги. Ну да, но вообще все равно, мне кажется, странно. Можно было купить Soul Ring. Из-за этого нага так и... Ну, маловато все-таки нафармила. Можно было поактивнее фармить. Хотя они ходили все время всю игру в пятером. Попытку Дисраптора кого-то там убить. Но Дисраптор просто умирает. Ничего себе, у главы манта. Первым айтемом это очень интересно. Ну, сейчас Эмпайр просто с таким вот пиком, с такой сборкой, они просто задавят оппонентов. Лол, мне сейчас скайп написали. Я сейчас прочитаю. Radiant's middle tower is under attack. Dire's bottom tower is under attack. Если это правда, то это лол. Снимает еще одну вышку. Ну да, здесь Империя уверенно выиграет. В общем-то, здесь все произошло так, как должно было произойти. Очень мало шансов. Тут еще... А, нет, это репликейт Энигмы. Рановато, по-моему, скандал. Немножко психанул. Radiant's middle tower has been denied. Radiant's top tower is under attack. Антимакс Battle Fury. Ну, Сирена с мантой, это, конечно, жестко. 4900, значит, она уже нафармила. И сейчас еще и диффуз подфармит. Да, это та Сирена, у которой быстро появится урон. Реально быстро. Сборка очень нестандартная. Ну, а в принципе, не такая уж и плохая. Если так посмотреть, есть арканы для маны, есть мант, который дает урона и хп. Регенов, правда, нет. Ну, не суть. Как бы главе нормальный и так. 2-0-2. Бамбу. Да, дали Дарксира оппонентам. Но, как мы видим, в этой игре Сирена Дарксира выигрывает пока что. Плюс на морфе фигачит скандал. Ой, какой вакуум плохой. Вакуум никого не смог затянуть. Ворует сейчас что-то. Сплитерс у Ишака очень неприятно. Морфлинг забирает сейчас Аегис. Ну, морф пока что более такой важный. Я думаю, что впоследствии Сирене будут скорее отдавать, нежели морфу. Говори уже, что хотел сказать. А, я чекаю, чекаю, чекаю. Короче, да, все. Инфа с сайта Absolute Legends. Итак, новый состав Absolute Legends. Сергей Годбрагин. КВМ. Ну, я полностью сейчас прочитаю. Блэк Холл отличный, здесь великолепный врыв, но антимаг врывается очень хорошо. Ничего при этом не помогает, все равно все разлетается в хлам. 3 в 0, 4 в 0. Нет, 3 в 0 пока что. Импетус не долетает, все очень битые. Импетус, 4 в 0. Великолепно зашли, в общем. Итак, Краниченко Александру, Флоренс Тойца Фризер, Иван Шинкарев АК Вигас и пятый не написан почему-то. Ну, возможно, кого-то еще возьму. Короче, Team Y, я так понимаю, будет у нас переименовано в АЛ.
И теперь эти ребята будут выступать под тегом IL. Честно говоря, не особо мне я в них верю, но посмотрим. Сирену убивают. Чужака убивают. Ну так вот на развороте зацепили сейчас очень неплохо своих оппонентов. Ну все равно размен был очень жесткий изначально. То есть комба прошла на ура, Сирена и Энигма. Тайда, видимо, забанили, не знаю. Ну, в любом случае, вот эта комбинация, она очень жесткая. Там даже сразу же сбили практически Black Hole Enigma, и все равно все полегли, потому что много урона. Скандал находит ДДшку. У него, кстати, до сих пор Аягис остался, то есть можно еще разок подраться. Мы видим, что 3 вышки тир 2 против 1 вышки тир 2. Преимущество Империи. И огромный перефарм. Ну, нужно просто заканчивать эту игру. Медленно, но верно. А кто пятый? Почему пятый не указан? Да, пятый действительно не указан. То есть два румына, два русских и кто-то еще будет. Может быть, ищет себе пятого в данный момент. АЛ. Какой фейк? Почему фейк? Кто взял, что это фейк? Я только что зашел на сайт АЛ. Я специально это, я поэтому сразу не говорил. Я спросил, откуда инфа, и прочекал сайт АЛ. Сносит сторону имперца. Перцы имперцы получают стан от Синг-Синга. Снимают морфилу. Вакуум. Стенка, мека тут же засплитили. 45 секунд мы ждем. Какие 45? Здесь 15 секунд еще только длится. Да, 15 секунд. Должны были подождать, вместо этого ворвались. Морф использует БКБ, идет сквозь стенку. Но не нужно сквозь стенку эту ходить даже в БКБ. Все, стенка закончилась. Вот она, минус стенки первого левела. Репликейт харасит барак. Что ж, нету еще блокхола Энигмы, но через 20 секунд он появится. И можно очень жестко подраться, в то время как свои ульты профукали сейчас. Игроки команды Mousesports, скандал уходит, у него до сих пор есть Аегис Раста, куда-то ставит, непонятно куда, змейки его просто отталкивают оттуда, нужно разрывать змейки, инча живая, габлак, габлак без хп, сайлент ловит стана от Рубика, вакуум никого не затягивает, ну и в результате, потеряв барак и размен в один в один, ПР просто уходит. И опять сохранили Аегис, великолепная игра от Empire, просто великолепная игра от Empire. Ох. Midnight Pulse, он ломает елки. Я тоже так люблю делать. Правда, не знаю, зачем здесь можно было обойти. А, тут уже сломано. Ну, конечно, Фанику вообще я не хочу ничего говорить. Он слишком крут. В эти дни он реально слишком крут. Хотя на Энигме у него не все так вроде как хорошо. Мне кажется, он на сложный просто-напросто стоял. Судя по тому, как здесь все происходило. Морф в миде, трипла на своей линии. Да, в лесу инча, и он на сложный. Ну понятно, почему у него так все не очень хорошо. До Рошана остается 5 минут. И до сих пор есть Аегис, его еще можно поменять. Выгодно. На этот раз есть Black Hole. Ульт Сирены есть. Все ульты есть, в общем-то, здесь. Ульт Шамана тоже откатит. Ну и будет битва очень интересная. Black Hole. Сзади Сирена. Немножко задержался Блава. Но у него там есть уже диффуза и много урона. Своровал Ульшака стан. Неплохо действует Синг-Синг. Заходит глава. Кастует рептайд. Начинают ломать вышку. Ой, а что такая вышка-то битая? Вышка очень битая. Иллюзии ее просто просаживают. Вакуум. Шторм. Ну, очень плохо, несинхронно все действовали. Могли убивать Сирену, потому что она была под сайленсом. Вместо этого просто сейчас просадили ульт. Так, и вот сюда сейчас будет скастован Black Hole.
Ой, через Midnight Pulse, Black Hole очень жесткий. Смогли Enigma этот Black Hole сбить с помощью Disruptor. Дислап телепортировал ее обратно. Неплохая стенка. 3 в 1 размен, Раста выкупается. 4 в 1 размен. Ну и все еще 3 в 1. Нет, вроде бы 3 в 1. Ну, Барак еще один теряет сейчас. Ульт не добивает Морфа. Да у Морфа-то все равно Аегис. Зато теряют антимага сейчас. Вот теперь точно 4 в 1. Да. Вот ничего необычного с одной стороны в игре Empire. С другой стороны, просто в капусту всех срубили. В последние 3 дня вне конкуренции. ...24 минуты идет игра. Ну и что, и получается у нас 8-0 у Moscow 5, 9-1 у Empire. Да, эти команды уже больше половины игр выиграли. При том, что Империя проиграла только одну. Фактически гарантировали себе попадание на LAN-финалы. Да, и я так понимаю, завтра будут играть ВП, потому что они уже достаточно давно не играли. Брали Wildcard. Да, я опять буду сходить с ума в очередной раз. Но я надеюсь, что будет все хорошо. Все будет хорошо. Тем более, сегодня там большая работа над ошибками, я так понимаю. Конфа, просто конфа, там столько сообщений, если бы вы видели. Дотерская. Это при том, что они еще и сидят там, то есть общаются голосом. Идут сносить последние вышки и делать мега-крипов. Кулдаун только у Enigma, ну понятно, у него самый большой КД. Есть БКБшка зато. Но я думаю, здесь, в принципе, даже можно без Блэкпола все заканчивать. Слишком много урона, слишком перефармленные герои. Слишком все круто. Дарксир пробует какой-то размен сделать, но лол, у него даже меки нету. В то время как тут уже манта, второй диффуз, Vitality Booster, БКБ, мека. Вакуум, стенка, минус морф, морфа убьет, сирена, ультит, очень неплохой ульт от сирены, и морф выживает. Да, блава, конечно. Блава, это блава, сейчас стенка закончится, можно меняться, Сандершторм, не запираю, там, доминейтинг от сирены, сирена просто иллюзиями забивает до смерти кого-то. Антимаг, блин, ульт Шадоу Шаман, диффузы на Шадоу Шамана, Шадоу Шаман умирает. Ой, что такой маленький медленный замах? Что это произошло сейчас с Дисраптором? Я не знаю. А, он, наверное, и на Инчу замахивался. У нее уже четвертый Untouchable. ГГВП. ГГВП Империя. Ой, какой ульт от антимага. Но все равно все живут. Все живут без ХП. Блэк Холл еще в этого антимага. Боже мой, что творят Империя? Кстати, не исключено, что это будет Лода. Но я думал, что Лода в MTW попадет. Кстати, могут взять Лоду. Но это такой будет тогда сумбур. Вы понимаете, что столько игроков разных, на разных языках говорящих. Как они общаться-то будут между собой? Вот они проиграются, как сегодня ВП проиграли, и ничего не смогут с этим сделать. Потому что не смогут между собой нормально общаться. Сколько еще игр предстоит? Все, больше нисколько игр не предстоит. На этом мы сегодня заканчиваем.